Знаешь, что я его тыкаю вместо казни даже кастую? Потому что, мне кажется, он посильнее, чем казни. Запилите рыбку? Конечно, либо два заряда мощного удара, либо казнь. Надо сидеть, заниматься, писать, что-то тестить, блять, мне так это лень все делать. А сейчас еще на офф ушел, у меня вообще времени нет. На офф что ли? Три дня здесь, четыре там. Нифига. Ты на офе тоже шрейдишь, правильно? Ну. А там еще логи заставляют читать. Ты читаешь? Ну я играю в казуальной гильдии, потому что чтобы играть нормально, это надо дрочить 24 на 7 пизду. Ну не 24, ну нужно просто как бы сознанием дела. Не, ну я понимаю, да, там как бы немножко подход чуть другой. Но там у меня скиллы нормально расставлены, то есть удобно жать. Мышкой не жмешь? Не. Но иногда, когда сюда прихожу играть, захожу на паладина, я там тоже ретриком играю, блять, иногда туплю. А что там, характеристики персов вообще другие или такие же, как и у нас на Excel? Там, конечно, все по-другому. Там меткости нет. Тут или там? Да, как бы, я бы не сказал тут или там, просто другое, да и все. Смотря что кто ищет. Ну, мне, например, не очень нравится, что... Паня, у меня не было слышно, Каймандри, ты тут? Да. Ну, дядя, он ворвался. Все, начинаем. Хазарак, хабу, все на колени хилят валю, фокус на рейде, погнали. Джерри, он именно ворвался, блядь, в секунду. Приоритет подавление. Давление бьем. Я на секунду себя идиотом почувствовал. Только на секунду. Только на секунду. Меня вообще слышно, нет? Да, да. Чё? Слышишь, Трисия? Чё? Как ты можешь играть одной мышкой без биндов? Идиотом почувствовал, что мне каждый раз... Да хуй знает, так и играю. Привет, брат. Бля, мне кажется, он троллит. Не-не-не, могу дать... Не, ну дать не дам, конечно, аккаунт. Могу поскидывать скрины с Вара, там, допустим. Бля... Панельки. Я думаю, в РК все слышали, как я играю, блядь. Я вообще не представляю, как можно играть, типа, ну, без, ну, типа, мышкой все цыкать, это бред. Нет, я, кстати, думал как-то, типа, да, вот эти назначения Доска, делать, Доска, это все удобнее, Доска, ну, блин, Доска, это надо Доска. Время. Доска, надо, не надо ангель сразу врываться. У нас только один ДЦ на рейде. Я когда-то, короче, когда учился этот самый Трис, я понял, играть на клаве, понял. Вот, ну типа, и у меня был пал. Ты знаешь, я бегал всю дорогу и все фридомы кидал. Ну типа, понял, я поставил типа на Q и на R, типа, знаешь, макросы. И постоянно где-то в сторону отбежать, я себе фридом кидал, блядь. Ну не макросы, а бинды, знаешь. Давление приоритет. Кстати, потом, как научился на клаве играть, ну, теперь не понимаю, как я раньше тыкал всю мышкой. Особенно за кастера, если играешь, то вообще, ну, там проки отслеживать намного проще, когда ты играешь на клаве. Мне нравится, как чуваки в стратегии, типа там Warcraft или StarCraft играют на клаве. Вот тоже жестко. Я Warcraft. Давление приоритет.
Ну, кстати, все вот игроки там Dota профессиональные, ну, переважно все, ну, большинство там играет на клаве. Дота, выбери гимн на хп, дай. Папироса, выбери Вальку гимн на хп, дай. Да. Ну, все, 1% сейчас захилит. Пересните, пожалуйста, кто-то. Копарик, спасибо. Квест был на великана. Хаба, отойду на одну минуту. Меня слышно, нет? Да, отойдешь на две минуты, я понял. Дай Ирл Грей за половину кольца. Ну? Ну, ханту Ирл Грей. За половину. 195. Чё не Эрл Грей? У тебя... Ты где английский учил? В Оксфорде? А я в Кембридже, вот и не уебывайся. Ты типа вместо ламп говоришь? Дайте шкаф. Как ты говоришь? Через Э, через И, через А? Который? Лэм? Не, ну просто Эрл Грей привычный так называется. 2 ТПС. Белым завис. Блять. Кто там решил на дудке поиграть? А у Байда такая дудка. Да, она никому не сдалась. Со мной не играет. Канов, ты что там, в музыкальной школе что ли находишься? То пианино, то дудка. В рояле сидит, играет, да. Вместо клавиатуры пианино, да, вот это.
Кем-то завтра, да? Теперь буду по лепарам буду ходить. Черена, ой, Рола, не роль. Да зачем мне такой вампир? Нахер это для холипала топ-пуха. Да не. Без него нормально. На послание кошмар хочу собрать. Волнир, мне кажется, топ был. Когда? Не было Теренаса. Да, когда, блядь, целка не было. Да он и сейчас как-то попал. Ну, в этом патче. Волнир это, блядь, как я не знаю, как конь с плеча. У меня атрибут. Я не знаю. А есть аддон какой-то, что вот ты наводишь на фрейм мышку и нажимаешь кнопку, и оно типа хилит, что он подносит? Макрос называется. Ну, у меня есть макрос, что наводишь мышку, и оно там хилит. Пиздец, блядь, лучше не говори, кому. Так, Хазарак, ты тут? Нам захуярит, а, Хазарак мёртв. Треснуть, Хазарак. То есть, можете захилить в 4 хила? Попробуем. Я сейчас обожжём каболу, хуй знает. Нас постоянно. Давайте пробуем захилить 4 хила. Ну, если на вас будет кидаться освобожденка, шаманы, разбегайтесь, кто вправо, кто влево, и хилить. У нас миликов очень много, у нас по КНЕ будут на хилах освобожденных. Посмотрим. Дайте кулак. Ваня, кто там тебя дудит, блядь? Сейчас Копар приедет разбираться, нахуй. Меня не пустят на Украину, чё гонишь? Россиян же не пускают. Так ты прикинься, не русский. А не, он там поговорю, чё там не хватает? Тела по парейду. Всё, все готовы, погнали. А чё протополу делать? Фридом. Бей, босс. Погнали. Как думаете, сколько раз их сегодня делаем? 2 или 3? 4. 5. А вчера прошли раз. 2. Хил хилит, давайте шаман Хазарак в сторону и хилишь рейд. Пин не стакай. Доска мне стакай. Топайте, Белин, прожми божественную защиту. Yeah.
Або встанеш? Скільки БДК? Вот скажи мне, пожалуйста, вот как с тобой говорить? Называть тебя тупым или что? Вот что это такое? Почему ты не прожимаешь божественную защиту, если ты стакаешь? Смотрим, где падает я в глыбе. Доскам. Когда тебя разобьют, реснешь Белину. Фокус, ты не в глыбе, ты будешь петь гимн на ХП. Звездочку не разбивай. Разбивайте фокус, давай гимн на ХП. Тоском поднимай Белину. Два хила. Два освобожденки. Смотрим, холод сейчас притянет. Бежали. Тоскан, что это такое? Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает? Порезали его. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Стакаем. Не стакаем, у нас 4 хила хилят. А один хил вообще хил. Инеры залейте. Фридом дайте. Фридом дайте вниз. Хаба, Клота, Эргрей, ВВ, все на колени. Ваня, давайте речи вниз. 200 тысяч подбиваем, на лестнице падает. Слева падает. Ой, по центру падает. Пиоса, что это за хуйня? Справа падает. Второй слаг. Слева падает. Разбивайте. Не ролишь, что ли, с этого босса по пиосу? У него один хп ранит. Смотрим, первая под босса метка. Не, да, под босса, там два шамана с обожженкой. Под босса Скарлет, прожми АМС, милики ушли. Убивайте. Так, прохильте, смотрим, следующая под босса будет притяжка. С колени фокус хилите один. На сферату с под босса милики ушли. Глыбу прожми, дайте ему зубы. Не разбиваем вообще. Отошли от притяжки. Один хил под босса будет идти, метка под босса. Виталий Кун под босса, милики ушли, ушли, ушли. Давай Геру. Разбиваем. Следующая под босса. Пусть под босса. Капар один хилишь. Старопера гимн на ХП пой. Да прохильте, прохильте. Под босса метка, под босса. Ран под босса, милики ушли. Упрожмешь. Почему ты где-то в жопе тусуешься, Лоран? Нормально поставил, в чем проблема? Следующую опять под босса будет притяжка. Капар опять один хилиш. Кроуд, дай каплю ему, Белин, по Кроуду. Уйди в сторону и читай гимн на ХП. Ушли, 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 ушли. Следующую в сторону зергаем босс. Капа в сторону, добивайте босс. Скайте.
Тут захиливаются 4 хила, рассказывает мне тут сказки. Талик упал. Нормально. Рольте талисман. Так, Носфератус. Сатара рэпа выше всех. Сатара рэпа. В смысле? Или нет? Да, Сатара рэпа выше всех. ГЦ. Слушай, мототанчил, не сдох, нахуй, как рак. Рольте завоевать гер. Это завоеватель, а. Женя, чар есть у кого-то, блядь? Ну, сколько там времени прошло? 30% тут не будет. Там не до 30% какой ЕП. Процентов от чего, блять? Что это такое? От второго места. Разница между первым и вторым местом. Это сильно большой отрыв, такой такая. Ну да. То есть всем АФКшить, подкупать их голдой. Соляного треска, вот трэш поставить, да, что? Или на лане вкус. Сколько времени прошло с полуребра? Час 30. Час 30, час 31 такой. Отлично, если лича убить с первого трая, да? Да. Рекорд час 42. Квадрат. РДД в звездочке, мирики в квадрате, чек на баф и готовности, начинай. Фокус диспелит чуму. Где тут доскон? Поклонство тут. Даксон, да. Даксон, ты тут? Он писал, что у него пинг. Пинг у него большой был. Пинг, и он вышел? Перезайду, да, Симпсон пинга написал. Зашел. Чек на бафинг готовность. Че, 200 брони, кто в чаре на плаще? Есть такие? С регами. У меня что-то 5 пыль. А вроде и этот, здоровье чарится, не? На плащ, на плащ. 275 единиц здоровья. Вроде бы. Плащ, не грудь, ебаный в рот. А, да-да, точно. Там на броне. Чё, блядь, ни у кого чар нету, что ли? Всё, все готовы, я запускаю. Милики квадрат, РДД звёздочка. Чему дисплейлит фокус? Идите в жопу тогда, блядь. Да стой. Так, 48. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслужил. Короче, ВВ ты обогнал только на 8%. Зря старался, да, ВВ? А банка на броню есть у кого-то, алло? Твои отчаянные. А, у меня есть, все нормально.
Ну, отойдите от милики, от босса, чтобы он вас не сбрил. 10% хотя бы, это еще ладно, ну ниже это уже, ну такой сердце. Давайте. А 30, конечно, вообще нереально. Интересно, если я бомбу на шаткаря кину, вы тут держите? Ловушка, милики перебежали в квадрат, РДД стоим. Тима, смотрим. На фокус сам себя. Милики перебежали в квадрат, РДД тоже перебегайте. Да, милики, стоим. Посмотрим. Войт, веди. Тьма, Скарли. Побежал. Да. Пушку смотрим. Да-да, милики, стоим. РДД, ой, милики, перебежали квадрат, РДД тоже двигайтесь. Уличащий 77%. Чума. Я побежал. Испел. РДД, давай, Войт, иди ближе к краю. Я немного стопанули. Милики. РДД зоне стоим, смотрим ловушку. Осторожно. Шансы, ловушка, все на край. Квадрат, ставь. Квадрат. Смотрим духа на пульте. Второго духа Джаспанк, второго духа Эл Рей, третьего духа Флэн. Я второго, четвертого на поле. Ну давай. Дим, ну можешь на ману? На ману, пой папиросы. Кресты сферы только, видишь? Теперь тебе гимн, мам. Белин станет кружочек, поклонский ромбик, сферу добейте. И кто там третий? Бля. И Войт и трусы. Квадрат. Ток под лича. Смотрим Вальф. Первый стан бьем, три Вали бьем. Я не застану, я Вальф. Ромбик пил. Не, смотрим. Беги, малышка, беги! Ромбик пил. Лича, дайте Геру. Квадрат ставит в квадрат. Мнение идет вперед лича к танку. Ну, а Рэй двигается назад. Вперед лича. Так, смотрим. Брикун. Бьем валь, две вали. Лича бьем. Его на краю, потому что надо бы поставить осквернение. Прямо осквернение.
и сразу квадрации, ставим. В квадрат. Повалим. Первую стан. Три валим ее. Поздно. Лича на краю. На краю. Не веди его в центр больше. Все на край, уходим на край за квадратом. Давайте, напуливаем духа. Меня слышно врага вообще? Слышно. Да. Что-то я, по-моему, не сел, блядь. Снова духа бьем. Духа нового. Вот это сейчас повезло, он не дыхнул. Выйдем с комнаты, бегаем за квадратом, РДД добьют духа, милики будут бить ничего, оставлю квадрат. Пробегаем, дай саку. Есть за угол. Ужались в уголок. Все, выход. РДД духа, милики, лича. Можно на ману? На ману, пой старопера. Я. Там пой гимн на ману. Стремосквернение и милики. Если отлича, он кастует. За квадратом бегаем. Ставимся в квадрат речь. Сразу пробежали. Как он сдох? Не знаю, за угол забежали. СС, висит на БДК. Нет. Не знаю, двинулись дальше. Тут за угол. Доска, выйдем, резнешь мага. За угол. Там лича. Давай, мага. Че ты там делаешь-то, ебаный в рот духа? Обходил лужу.
О, это нормал. Ой, ты дал тебе квадрат, я что-то завис. Я не знаю, дал я тебе квадрат или нет. Поводишь там пацанов, я вешу. Полностью. Вешу. Квадратись. Или за звездочкой бегать, там на крауде есть звездочка. Я сдох, я умер. А, это ты умер, все, я сдох. Я думал, кто-то тупой. Выходим еще вперед. Ломимся. Бежим за квадрат далеко. Халсак. В квадрате стоим, не идем вперед, стоим. Перейдем. Все, завис. Меча на край. Духи тут еще помогите, я паладин, ретрики, кто это проводит. Набирайте леча, 6%. Куда ты ведешь? Да стой на месте. Вы величайшие герои Азерота. Вы преодолели все препятствия, которые я воздвиг. У всех пинговал, Дре. Лук пали под вашим натиском. Сгорели в пламени вашей ярости. На вы кто? На ДК? Что движет? На ДК, да, по трешевой башне. Праведность? Не знаю. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за... Чё ты ворону не юзаешь? Чё не юзаю? Ну он пишет без вороны, типа. А, да хули с ней толку надо. Смотри, как я буду воскрешать их. Не, в смысле, чё он не юзал? Так нам его не вкачивать, зачем мне юзать? Ну да, он линканул. Не знаю. Смысла нет. Их рук. И ты станешь. Давала бы на баф какой-то, блядь, как у демона. Я прошу прощения, с отключенным звуком играл, был важный телефонный звонок. Это папироса. Вы что-то, может, говорили мне, нет? Терри, он сказал, сейчас зайдет на Джерри, на каких-нибудь глядите. Окей, хорошо. Только коня свеча сейчас паролишь. Невозможно. А когда на переход кубки набито доска? Сколько вот у вас там представления осталось? Секунд еще. Да еще долго. Не добивайте, дайте пускай зайдет. Час 44, практически рекорд побили. Вообще зачетный рейд сегодня. Тебе доска. Нет, не короче, смотрите, сейчас, дайте сказать, если сейчас Джерри он зайдет, его выкинет из тела, он не получит лут за убийство. Нам нужно наоборот убить, чтобы он типа умер. А, все, он тут. Ты ж говорил, тебя выкинул. Чтоб этот. Чё на мне диван висит, кто там? Бивает, что ли? Бить или не бить? Да все, он здесь бей. Я ничего не давал. Я вот он бегаю.
Хазарак, да, у нас. Диванчатый, все. У меня КД. Хабль жив. Заебали это выкидоны после убийства Лича. Заебеть. А ну, Димас, давай коня на ролл. Батя ворвется. Бля. Где был этот крыс вчера? Че, 750 ИП, да? У меня в кашел вроде. Отходил, Войт. Саня. О. Дай порт в Варгримар, пожалуйста. Чё, Джерри, он ЕП, да? Какой ЕП ты отходил, Войт? Этому Кайманду. Сейчас завоевать. Подождите, я сейчас. Если я себе тогда тоже накидываю, хули. 303-500 получим по 4200. Сколько по времени там у нас в рейде? Конь, у кого в рейде нету коня, присоедините. Стой. Тогда ролить. Войд, на кулонгу мне начисли тоже 750. А ты чё? Топу, что ли? Ну, просто так. Ролить коня? Ты же себе начислил. Хватит эти 4 человека, что плюсанул. Ну, папирос. Подождите. Умирал, стоял под клеевом. Насколько я отходил? Тебя рейдж дал. В смысле, блядь? Чек там был. Ну, я вот так. Ну так чек 30 секунд. Дим, сейчас. Сколько я отходил? Все. Заходите на ЕП. Сейчас. Виталик, ты не зайдешь никуда? Ты поезд чего? Забрал. Поезд все, забрал, в рейде роли. Все. Сейчас зайду на Хантадима. Еще докину себе ЕПшки. Да, если у тебя англив один персонаж, то можно получить. Все нормально, заходите там на ЕП. Вчера две разки было. Кстати, Войд, ты меня тогда киданул, блядь, на коня, отдал моего коня, которого я сролил, блядь. Я варом уже не могу, блядь, второй год его унести, блядь. Кто такой номер? Кем он был в рейде? Надо у него спросить. Магом, Носфератус. Ничего не ролил? Ну, вроде ничего не ролил. У кого есть больше одного персонажа, надо бы перезайти. Не, ну если ничего не ролил и написал, что получает, и вызов получает, но это на друга. Да куда эти пакеты? Поэтому накиньте Каймандри тоже 750 ИП. Кину. Все зашли? Ну вон номер этот. Уже ему кидаем путь. Все, начисляю. Начисляю.